Избавиться от мусора с умом. Фонд содействия реформированию ЖКХ и правительство Ставропольского края подписали соглашение о сотрудничестве. Документ поможет создать и наладить современный механизм обращения с твердыми бытовыми отходами. Партнерство предполагает внедрение передовых технологий в этой сфере, привлечение инвестиций и реализацию новых проектов. Соглашение – лишь начало пути. В ближайшее время будет создана рабочая группа для более детального рассмотрения вопроса по развитию системы утилизации ТБО. 2013 года в Ставропольском крае реализовано 6 инвестпроектов по строительству или реконструкции мусороперерабатывающих объектов. Планируется, что еще 3 будут завершены до конца 2018-го. Суммарный объем инвестиций по всем проектам – около 2 миллиардов рублей. Вы хорошо знаете Ставрополь, знаете, да, наши Кавказские минеральные воды, наша центральная часть, наша восточная, западная территория, в общем-то, везде очень густонаселенные. А летом мусора еще больше прибавляется. Да. И это большая для нас, на самом деле, утилизация ТБО, сбор, хранение, утилизация, переработка. Это большая для нас проблема. У нас, так уж положа руку на сердце, сегодня, ну, отвечающим всем требованиям мировым, там, как мы приезжаем, там, смотрим в Финляндию, конечно, нет такого ни одного центра. Я думаю, что при совместной вот этой работе мы сможем выровнять ситуацию.